И еще одного взяточника задержали в Одессе. Там на получение 75 тысяч гривен попался чиновник из обладминистрации. Его имя не секрет, это Сергей Помазан, директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работе. Операцию проводила СБУ совместно с военной прокуратурой. Помазана задержали прямо у здания ОГА. По данным следствия, эти деньги чиновник получил от предпринимателя за крышевание бизнеса, в том числе и за выдачу разрешительных документов. Стоит отметить, что ранее правоохранители предупреждали местные власти о том, что подозревают Помазана в коррупции. Тогда его уволили, но спустя некоторое время он вернулся в чиновничье кресло. Теперь, если дело доведут до конца, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В связи с тем, что службовыми особами Одесской ОДА не было проведено службовое расследование и належним чином з дотриманням вимог законодавства Помазана не звільнили, він через суд мав можливість поновитися у вказаній посаді.